Орел Пром. Анна Тагушина, Тула, синеокая краса. Арсений Париванич, Калуга, ласточкин полет. Юлия Фурманова, Тула, и в шутку, и всерьез. Алена Нараенко, Орел, больше чем. Алисия Гришина, Тула, городская легенда. Надежда Маслова, Тула, объект класса люкс. Алиса Загребильная, Тула, леди Виктория. Неделя результатов регионального полуфинала международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» приглашается председатель жюри Денис Дорошенко. Ваши аплодисменты! Решили дать гран-при и еще дать первое место. Первое место не гарантирует пока поездку в Москву, но вполне возможно, что удастся все-таки выбить еще один билет. Итак, первое место получает Юлия Фурмана. Сегодня рождаются звезды, дорогие друзья. Ваши аплодисменты.